много было событий за время нашей встречи в Женеве. Точнее, время, прошедшее с нашей встречи в Женеве. Уже минуло более 5 месяцев. Нам есть что сегодня обсудить, наметить планы на будущее. И считаем, что главные вопросы нашей повестки – это, прежде всего, безопасность в регионе, стабильность и работа по делимитации и последующей демаркации границы между Южной Осетией и Грузией. Это было бы очень значимым фактором для укрепления безопасности и стабильности в регионе. Спасибо.